Всем привет, это GipTrip. Лидер просмотров на этой неделе – замглавреда Фонтанки Евгений Вышенков. Он раскрыл убийство депутата Вороненкова в центре Киева, не выходя из студии. Он что-то взял, приехал в Киев. Там что-то такое начал мутить. Ну, надо же квартиру купить, обстановочку это самое. Какие-то у него остались акции и так далее, и так далее. Сидит там нормальная киевская братва. Она не за нас, не за Киев, они за деньги. И говорят, нам вот это вот нужно пассажир. Приехал такой расписной, политик такой. Знаешь, решаем вопрос. Ну, решать вопросы можно по-разному. Например, вот так. Уважаемый, ваше сопротивление только хуже себе делает. Руки за спину! Да за что, руки за спину! Руки, что нужно, Вы че, следственный комитет, Вы че, уважаемый? Ты что творишь? Зоология, это зоология. А если вы оппозиционер и вас облили зеленкой, мы знаем, что делать. Мы проверили 6 способов отмыться от зеленки. Сработал только один. Вы знаете, Алексей Навальный... прав. Кто же из нас прав? Муравьиный спир справляется с задачей лучше остальных. Будет лучшие селфи со мной. А вот спикеру ЗАГСа Вячеславу Макарову сделали не селфи, а целый интернет-мем. Вырубили, так сказать, в граните. Коллеги, вы заметили, что я к этому отношусь абсолютно равнодушно, невозмутимо. Коллеги, как мне относиться, если я занимаюсь политической деятельностью? Я скажу из известного вам принципа. Любая информация о политике, кроме некролога, это очень хорошо. Я думаю, что... у меня, честно говоря, нет слов, потому что по этому поводу уже столько наиронизировано, что как-то даже стыдно повторяться. А еще на этой неделе мы вывели в прямой эфир Сергея Бугаева «Африку». Он тоже совсем не демон и пожелал нам исключительно добра. Я абсолютно античеловечный античеловек, поэтому будем надеяться, что ваша передача после этого закроется. Вот что новости с людьми делают. Давайте лучше о погоде. А в Питере растаяли снега уже все? А вот растаяли, так что теперь можно устраивать пенную вечеринку. Ну, все не так уж и плохо, если даже улицы с шампунем моют. Воу, совершенно не ясно, что придумают завтра. Пусть придумывают, а мы вам покажем. Ставьте лайки, делайте репост, подписывайтесь на канал. Пока!